инфраструктуре придет плюс. Изначально он задумывался как технология, которая позволит поднять рентабельность грабирования в области растениеводства с 20% до 100%. Это делается, с одной стороны, за счет уменьшения составляющих, которые здесь написаны, именно семена ГСМ, удобрения, средства защиты растений, на 16% и самой прибавки урожая на 25%. Вот мы видим по контролю, где мы имеем 40 центнер гектар, увеличив его до 50 центнер, мы получаем прибыль 100%. Далее следует динамика продаж нашего препарата, начиная с 2011 года. В 2012 году препарат был зарегистрирован и внесен в список разрешенных продажи препаратов на территории Украины. На данный момент его рентабельность составляет 450% при продажной стоимости $180 за 1 литр. Далее следует... Далее следуют составляющие этого препарата, за счет чего, собственно, и происходит. С одной стороны, прибавка урожая, с другой стороны, происходит защита будущего урожая от так называемых неблагоприятных факторов, а именно вымерзания и выгорания. Ну, я думаю, что следующие кадры, они будут интересны исключительно специалистам, поскольку вот всем представленных компонентов будет дальше разъяснено, что за что отвечает и как все это работает в комплексе. Мы видим комплекс фитогормонов, прочее. Вот на ваших, значит, на этих фотографиях, собственно, обработанные и не обработанные препаратом растения. Результаты вы видите на сами. Ну, собственно, вот показано, что работает. Ну, то есть специалист, он сразу понимает разницу между одним и вторым. Одним и вторым растением. Значит, предлагается инвестору 50% от доли предприятия, вот, значит, за возможность получать, собственно, вот такую прибыль в 450%. Я готов обсуждать этот вопрос. Постараемся дойти до цифр. Вот, собственно, наш сайт. Вот. Ну и как финал, мы видим, что составляющая была. Хорошо, мы слышали. Два вопроса. Первое, зачем вам деньги при рентабельности 450%? И второй вопрос, в структуре затрат, почему у вас снижается на $100 себестоимость? Ну, во-первых, не на 100 долларов, а на 200. То есть препарат, себестоимость препарата для конечного пользователя составляет $10 на гектар, а дополнительный урожай, его себестоимость составляет $200 с одного гектара. Это вопрос номер два. Вопрос номер один, зачем нам инвестор? Значит, в нашей компании до недавнего времени инвесторов, ну, скажем так, мой партнер, который обладал 50% доли компании, он сделал то же самое, что сделал генеральный директор компании «Мрия», которая всем хорошо известна, то есть взял кредит и распалился в пространстве. Вот. Собственно, вот мне нужен человек, который будет заниматься непосредственно продвижением на рынок этого препарата. Наймите маркетолога, нет? А? Наймите маркетолога. Маркетолога можно нанять, но, по-моему, гораздо интереснее иметь, скажем так, такого инвестора, как, скажем, Юрий Косюк, например.
Да. Сколько вам денег надо? Почему не идем сразу к ним? Ну, дело в том, что, понимаете, если бы у меня была возможность пробиться через строй, который бы он крыжил, я бы так бы и сделал. Но дело в том, что те люди, которые занимаются как бы внутри любого агрохолдинга, мое появление приведет к большим неприятностям внутри агрохолдинга. То есть они просто лишатся большого-большого куска заработка. А клиент у вас есть уже, да? Ну, у нас клиенты, которые вот за время существования препарата, значит, их порядка 10 крупных агрокомпаний, но дело в том, что у них каждый год меняется менеджмент. То есть, если мы один год общаемся с генеральным директором, он потом увольняется, значит, на его место приходит другой, а с ним уже найти контакт не подходит. Если увеличивается урожайность, риски здоровья, любой здравомыслящий бизнесмен будет пользоваться вашим продуктом. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно своим ситуацией. Ну, не происходит. Да, последний вопрос. Как относится ваш препарат? Препарат мы в одной смеси с пестицидами. То есть не надо лишний раз применять препарат. Время вышло. Спасибо. Спасибо.